собираем, значит, мы вещи, и я ловлю себя на той мысли, то, что, блин, я столько в этом доме прожила, столько прошла, столько видела в этом доме. Блин, ну, печально, конечно, жалко прощаться с этим домом. Какое-то, я не знаю, какая-то частичка, что ли, стала часть меня. Я там жила, ела, пила, ну, то есть проживала полноценную жизнь. Ну, правда, отрешён от социума, вот, но ничего страшного, но все равно. Блин, ну там все было, там, там и любовь, и драка, и ссоры, и дружба, ну все было. Типа, я в этом доме обрела друзей, это Амина и Вилка. Типа, блин, я знаю то, что там мы никуда не деваемся, мы там будем дальше общаться, но все равно. Мы ходили в туалет вместе, мы спали вместе. 24/7 на протяжении 3 месяцев мы находились вместе. И такой бац.